Здравствуйте, люди, здравствуйте, не люди, с вами снова я, с вами опять я, не первый, но и не последний московский, видеоблогер, и вы находитесь на канале «Московский обжора». И сейчас московское время уже составляет 11 часов почти 15 минут. 15 минут 12 дня. Вот, без 45 минут 12 часов дня. Без 45 минут полдень. Вот. И несмотря ни на что, вот вы меня все время потыкаете и грязью обливаете, дескать, я бомж. Ребята, вы не лучше меня. Я вам честно говорю, даже еще хуже. Посмотрите, у меня полный холодильник всякой колбасы. И вот такая вот у меня колбаса есть. И вот даже начатая уже есть колбаса. И даже у меня сыра, а то вы говорите, что я все покупаю кому-то, Пушкину или Есенину, или я не знаю, кому еще. Вот, видите, сколько у меня и сыра, я уже все пожрал. Вот, было 4 куска сыра, осталось 2. Вы видите, за один день, за два я столько сожрал, 2 куска. Вот видите, сколько сыра, а вы говорите, что я вас обманываю. Как вам не стыдно только? Какие же вы завистливые все. Ох, завистливые. Вот. Ну, короче, много чего есть, весь холодильник забит. И даже вот сыры всякие, вот и президенты, плавленые сыры. Вот, чего только нету. Вот, вы видите? И вот такое масло сливочное, сейчас будем мы с ним есть. Вот, ну давайте, ладно, выбирайте, на что обжор мне делать сегодня. В прошлый раз я делал вот на такую вот колбасу, называется от Останкино, венская салями. Колбаса была полукопченая, вот такая вот венская. Вот я дегустировал в прошлый раз. А давайте сейчас продегустируем вот такую вот. Называется «Папа может всё, что угодно». Только папа мамой не может быть. Вот, папа может. Чесночная колбаса тоже полукопченая. А вот эта венская, кстати, не папа может. Вот видите? Хоть и Останкино, а видите, и упаковка другая, и вот разница-то все-таки есть, да? Хотя вес такой же, по 420 грамм, вот. И вот это вот немножечко побледнее, а это вот немножечко порозовее. Ну, давайте сегодня будем пробовать дегустировать «Папа может всё, что угодно» чесночную колбаску. А эту тогда всю убираем, вот. Вот у меня она уже начатая, чесночная. Сейчас будем это самое... Короче, Склифосовский. Сейчас будем дегустировать. Дегустировать мы будем. А что мы будем дегустировать? А мы сейчас будем сначала себе кофе. Кофе будем сначала делать. Нескафе престижный кофе. Вот такой вот. Из больших пакетов я пересыпал вот в такую баночку. Так удобнее. Давайте, как всегда. Кстати, вот сейчас будете опять обсирать меня. Говорить то, что чашки не мытые. Вот, только что мыл чашку. Один раз буквально заварил пакетик чая, пакетик. И видите уже, какая она стала грязная. Потому что чай качественный. А сколько раз я вам говорил, а чашки старые уже. Хоть ее и вымоешь, но там эти микротрещины. И вот такая вот фигня получается. Ну, потому что... Чай в чайном листе содержится защитные свойства, которые защищают растения наши от всяких вредителей, болезней. И, вот. И в том числе наш организм защищает всякими вот этими полезными питательными веществами, которые содержатся
в чайности. Вот это они и есть. А вы все говорите, грязная чашка. Ну вот вчера только мыл и буквально один раз заварил пакетик, и уже такая вот грязь. Поэтому не надо обсирать. Вот, раз ложка кофе, и вот две ложки. Так, и сахарного песочка сейчас добавим маленечко. Совсем маленечко. Ну, вот такую вот, без ложечки, одну ложечку чайную. И обязательно Рогачевского белорусского, престижного сгущенного молока. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Дети, мои дети, пейте молоко, будете здоровы. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Только если молоко, конечно, хорошее, настоящее. Ну, вот как в моем случае. Вот одну ложечку положила я. Так, ну все, в принципе, осталось только добавить воды, кипятка добавить, и будет вам счастье. Так, давайте вот только что, нет, не только что, ровно час назад, вы представляете, в этом чайнике вскипела вода, ровно час назад. И вот она еще горячая-горячая, даже руку обжигает, потому что этот чайник служит как термокружка. И вообще чайник очень качественный, уже отработал свою гарантию, ни разу не подводил, ты вот это уже не сглазить. Поэтому вообще, если вам попадется такой чайник где-то в продаже такой фирмы, берите и не раздумывайте, не пожалеете. Лучше даже, чем вот по 2, по 3, по 5 тысяч, которые из строя выходят. А этот вот уже работает вообще уже полтора года, наверное, если не больше. Ну, там плюс-минус очень хорошая вещь. И вода в нем очень долго стынет. Вот я говорю, час уже прошел, и вода прям этот кипяток. Но уже не 100 градусов, а может там, я не знаю, 70. Но то, что надо для кофе, потому что кофе не любит кипяток сильный. И вот это мои зубы тоже не любят кипяток сильный. И холодные. Холодный кипяток тоже не любит. А вот это то, что надо, то, что надо, то, что доктор прописал. Ну все, вот эта колбаска, вот я буквально ее минут 20 назад открыла. Вот это чесночная, папа может, колбаса полукопченая. Вот чесночная, давайте чесноковую попробуем. Колбаску нарежем мы сейчас с вами. Так, сколько нам надо? Давайте 3 бутерброда сделаем, поскольку Бог любит троицу. Вот, вот кругом волосы. Так, вот, раз кусок, хлеб очень крошится, так, раз кусок, так, вот, второй кусок. Мне вот хейтеры завистливые часто пишут, что я тонко режу колбасу, тонкие кружочки. Дескать, я бомж, я это экономлю, ничего подобного, просто я не люблю толстые куски. Я лучше съем 3 бутерброда с тонкими кусками колбасы, чем я съем один с толстыми, правильно? Вот, поэтому, кто что любит, я вот так люблю. Поэтому мне плевать то, что вы там пишете. Пишите, что хотите. Вам на большее Господь Бог ума не дал. Это самое. Поэтому, что вы пишете, мне по барабану. И не вы меня унижаете, а я вас, скорее всего, дразню. Потому что вы завистливы очень. Вот. Вам есть нечего, то, что я вот ем каждый раз. Вот вы от зависти своей пишете всякие гадости. И вы же сами себя этим разрушаете. Сами этого не понимаете. Мне это по барабану. У меня такой характер, я как бы никого не боюсь, что там пишут, мне плевать. Очень хорошо чистится, и вот всегда старайтесь чистить колбаску на колбаске. То есть никогда отрежете по шкурочке, потом будете очищать. Нет, будет плохо чиститься. А вот на колбаске вот надо чистить, и вот это самое хорошо очень очищается. Давайте отрежем, сколько на 3 куска хлеба. Ну давайте, 6 штучек. Вот раз кусочек, кружочек. Так вот, второй кусочек. Очень запах вкусный, кстати. Второй. И эта колбаска не такая, вот как та, например, венская. Это такая побледнее. Это говорит о том, что здесь это, значит, более натуральное. Вот, 2, 3, 4. Так, вот, 5 уже, 5. Видите, как колбаска, ножик очень острый. Я заточила. Ну вот, в принципе, ой, чесночком пахнет, такой легкий запах. Не, вот бывает сильно такой чесночный, а это вот такой приятный, как вам сказать, такой нежный, нежность, ну практически даже не ощущается, если принюхиваться. Вот то, что надо. Ну все, в принципе, сейчас я сливочным маслом намажу бутерброды. Вот. Кремлевское у меня масло сливочное, престижное, очень вкусное. Я уже знаю, что это спред, например, вот
Поэтому я его и беру. А то вот мне хейтеры завистливо пишут, что, дескать, я бедный, бомж, а не могу себе масло сливочное позволить. Я все могу. Просто я не хочу из-за принципа, потому что я не уверен в качестве. В качестве не уверен в сливочном масле. Купишь, а это окажется не масло, а спред. А дашь ты сколько раз в 5 дороже, да, чем спред. А то, ну, очень дорого. И очень много фальсификата на рынке на нашем сливочном масле. Поэтому не знаешь. Есть настоящее масло, но очень мало, и его трудно найти. А переплата, когда покупаешь масло сливочное, а на деле оказывается спред. А то еще хуже, там я не знаю что. А я тоже знаю, что это спред. Вот. А по вкусу-то, в принципе, не так уж он и отличается сильно от сливочного масла. Главное, хороший спред купить, чтобы был качественный. Вот. Тогда да, оно даже может превзойти сливочное масло. Вот. Поэтому думайте головой. Вот. Я же вас всегда, мои хорошие, учу уму и разуму. А вы этого не понимаете. Вы только грязью меня обливаете. Сами себя причем разрушаете. Мне это на вас по барабану. Это на вас по барабану. Так, ну все, в принципе, ладно. Давай, все, всем приятного аппетита. Вот, дегустация на канале «Московский обжор» начинается. С вами на связи Серега Резников. Вот, социальный авторитет. Так, сейчас я подальше камеру отодвину. Отодвину. Я подальше. Лен проснулся. А здравствуйте, люди, здравствуйте, не люди. С вами снова я, с вами опять я. Не первый, но и не последний московский видеоблогер. Так вот, ну что я хочу сказать, по запаху мне эта колбаска даже больше нравится. Чесночная папа может от Останкино, нежели чем вот эта венская салями. Пахнет, да, таким нежным. Я вообще люблю все, что связано с чесноком. Чеснок для меня это вообще просто святое дело. О, с первого вкуса хочу сказать, колбаса нежнее и мягче, чем вот та полукопченая салями венская от Останкино. Это вот чесночная нежнее, мягче, да, та вот более резиновая, а эта вот нежная, бледная. Это хорошо, значит, это химии меньше. А химия, она в любой колбасе. Хоть за 500 отдадите за килограмм, хоть 700, хоть 1000, она везде. Поэтому не надо лишнего говорить и писать. Вот. Ну что я хочу сказать по этой колбасе венская. Вот та, хуже. Тоже хорошая, но похуже, чем это. Это вот хорошая, чесночная, вкусная. Нежная. Сочная. С легким вкусом чесночка. Кто вот любит чесночок, вам она придется по душе. Да, вкусно. Сочная, жирная.
Верой и правды. Вот вы писали мне, писали, чтоб я с ней разделался и чтоб я с ней покончил. И вот я сегодня решил с нею разделаться, с этой футболочкой. Видите, какая? Все, я ее всю уничтожу. Все, нет футболочки. Все, беда. Та-та-та-та-та, па-ба-па-ба-па-ба-па, па-па-па-ба-па. Па-па-па-ба-па, па-па-па-ба-па, та-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все, нету больше футболочки, нету больше. Все, вот, тогда я ее пущу на тряпочки, пущу я ее. Все, короче. Вот так вот. Все. Поэтому, кто желает, если есть добрые люди на моем канале, пожалуйста, задонатьте мне, уж сделайте доброе дело. Помогите бомжу московскому, помогите. Вот, сделайте доброе дело, докажите, что вы не бомжи, докажите то, что вы богаты. А то вот вы иной раз даже 10 рублей жалеете на стриме, чтобы меня грязью облить. Вам жалко даже 10 рублей. И вот это самое. Но 5 я уж делать донат не буду. Это уж слишком, вот, поэтому, вот, как-то так, зайдите на мой стрим и задонатьте мне на футболку на новую. Вы вот как-то, помню, добрый человек мне на синюю футболку задонатил, вот, но все равно еще хотелось бы на хорошую футболку, там, не знаю, на майку, помогите, пожалуйста, вот. Все реквизиты найдете под стримом, в описании или под видео. Например, кошелек Яндекс.Деньги можете задонатить. Сделать перевод «Доброе дело» на добровольной основе. Либо на Donation Alias. Ну, там комиссию берут. Вот, с меня. Поэтому помогите. Да, становитесь, мои ребята, моими спонсорами. Вот. Самый дешевый рубеж там 25 рублей. А в качестве бонуса это 25 рублей в месяц. Это самый дешевый бонус. Вот. Спонсор самый дешевый 25 рублей. Потом 49 идет. Ну, и там... по возрастанию. И это самое, это в месяц дешево. И вы это сможете получите в качестве бонуса клевый значок. Вот. Спонсор и ваши комментарии вы будете оставлять под моим видео. Все остальные увидят. Поэтому торопитесь. Флаг вам в руки. Вот. И я буду в качестве бонуса вам больше времени уделять. И мы будем проводить закрытые стримы только для спонсоров. Поэтому становитесь моими спонсорами, и вам будет хорошо, и мне тоже приятно. Я от ваших денег не разбогатею, а вы не обеднеете. Поэтому вам недорого, а мне приятно. У меня очень дома жарко.
Ванька проснулся. Голубко. Тише, люди, ради Бога, тише. Голуби целуются на крыше. Тише, люди, ради Бога, тише. Голуби целуются на крыше. Вот она, любовь моя, ликует. Голубок с голубкою воркует. Вкусная колбаса. Папа может, папа может все что угодно. Чесночная колбаска от Останкино, вкусная, полукопченая. Попробуйте, всем советую. Даже лучше, чем венская. Но это по моему вкусу, по моему мнению. Вот, а так, кто что любит. У каждого человека свой вкус и свой выбор. Вот. На вкус и цвет товарищи нет. И помните, всем мил не будешь, всем не угодишь. Воспринимаете меня таким, какой я есть. В этом и есть вся изюминка. Вы меня никогда не перестроите. Кому я не нравлюсь, сразу проходите мимо. Вот. И даже не надо подписываться на мой канал. А кому я нравлюсь, уж тогда принимайте меня таким, какой я есть. Вот. Мой канал создан только для моих фанатов. Все ясно? Вкусная была колбаса, попробуйте. Нежная такая, со слабо выраженным вкусом чеснока, сочная. Ну, хорошая колбаска. Пока не попробуйте, не поймете. Все, а я пошла руки мыть. Все, пакеты. Ой, ой, ой.